Обстановка на стадионе «Икар» накалялась с каждой минутой матча. Первый тайм вышел насыщенным на события и закончился ничьей со счетом 1-1. Вначале команда «Саров» взяла инициативу в свои руки, но уже к середине тайма получила неприятную контратаку и пропустила гол. К концу все-таки удалось отыграться и отправить мяч в ворота соперника. Ошибок явных много, да, то есть мы страдаем тем, что элементарные передачи у нас не доходят, да, там не говоря уже о длинных, средних передачах, поэтому все это сказывается на том, что картина и рисунок игры портится и как бы не смотрится со стороны. В перерыве наша команда обсудила с тренером итоги первого тайма и решила не менять стратегию игры, продолжать нападение и наращивать темп. Владеем преимуществом. Должны реализовать свои моменты в втором тайме и принести победу болельщикам. Второй тайм голами не радовал. Команды периодически перехватывали друг у друга инициативу. Однако игра закончилась все с тем же счетом – 1-1. Конечно же, мы рассчитывали на победу, хотели выиграть, потому что соперник, скажем так, с нами рядом находится в турнирной таблице. И на сегодняшний момент, мы на каждую игру настраиваемся на победу, поэтому... Но не получилось, где-то не доработали. По указу губернатора зрителей на матч не пускали. Однако преданные фанаты футбола не могли оставить свою команду без поддержки и наблюдали за игрой через ограждение.